Всем привет! Сейчас я еду на необычную рыбалку. Почему она необычная? А потому что на велосипеде и с лодкой. Хочу проверить совершенно новый для себя метод. Кидаю велосипед на берегу, а дальше отправляюсь на лодке искать рыбу. После рыбалки, соответственно, сворачиваюсь и еду на велосипеде обратно. Вот такая вот рыбалочка предстоит. Попробуем. А я вот еще не решил, куда ехать. С одной стороны, есть речка. Ну, на речку я могу и без велосипеда сходить. А далее туда Пасторское озеро, пара карьеров. Можно щучку поискать. В другую сторону тоже пара карьеров. И тоже есть щучка. Вот, стою на развилке, думаю, куда поехать. Ну, наверное, все-таки туда. Да, очень сильно обмелел карьер и очень сильно зарос. Даже не знаю, стоит ли тут даже пробовать ловить рыбу. Или поехать дальше, до озера, которая проточная и которая вряд ли так вот зарастет и отмелеет. Не надувается за 3 минуты. То это же я могу, да, надувать? Ну да, у нас еще как раз только в таком виде, то есть уключен нет. Есть вариант с уключенными. Только бонус лодкой не получи, когда подбрасываешь. Вот так. Вот такая лодочка. Приехали. Вот оттуда я вышел и прошел эту часть озера. А дальше придется перетаскивать, потому что обмелел водоем и на центральную часть озера не попасть. Опа, ничего себе, ну, ё-моё. Щуки такие щуки. Надо ставить поводок. Флюкрокарбон 0,45, блин, как нитку. Ну, раз тут явно превалирует щучье поголовье, ну, пусть и методы будут соответствующие. Например, такая резина на офсете.
Но я бы не назвал эту рыбалку особо успешной. Щучка клюнула, оборвала приманку. Больше поклевок не было. Водоемчик, в принципе, интересный. Наверное, приеду сюда с поплавочной удочкой и половлю карася, потому что караси здесь действительно ходят жирные. Так что можно будет похерабунить немножко. А на сегодня все. С вами был Андрей Сонар. Всем пока. И ни хвоста, ни чешуи. Завтра поеду на другой пруд.